Всем привет! Сегодня я опять записываю видео на стандартном текстурпаке. Это потому, что я поставил 1.2, Optifine еще не вышел. Ну и захотелось мне ознакомиться с новыми возможностями и прикинуть уже, что с учетом нововведения 1.2 можно строить. Если вы зашли в это видео ради летсплеев или туториалов, можете смело его закрывать. Ничего подобного в этом видео не будет. Я всего лишь расскажу о нескольких вещах по поводу канала, ну и так далее. С чего бы начать? Ну, во-первых, у меня в ближайшее время опять такие достаточно серьезные напряги в жизни, так что материалы, видимо, будут выходить несколько реже, по крайней мере, ближайшую неделю-полторы. Это может быть и лучше. Как раз, наверное, дождусь Optifine, подумаю над новыми схемами. Далее. Вот в углу экрана ссылочка. Это ссылочка от моих партнеров 3Miners One Creeper. Они наконец-то открыли завесу тайны над своим каналом. То есть те самые партнерские видео, которые так старательно многие из вас минусовали. Они начали заниматься каналом и анонсировали первый ивент. Это сплив-турнир с серьезным денежным призом. Так что, если кому интересно, пройдите по ссылочке и ознакомьтесь. Далее, о чем еще можно сказать? Ну, по поводу 1.2 я уже упомянул. Конечно, очень много возможностей появилось. В том числе, мне уже начинают задавать вопросы по поводу создания тех же маяков в 1.2. Я вот тут даже прикинул немножко, как это сделать. Получаются, конечно, интересные конструкции. Но пока это все еще только в будущем. Только на стадии разработки. Далее. О чем бы еще вам рассказать? Так вот, чтобы из новостей, чтобы не совсем с пустого в порожнее переливать. Ах да. Частота выхода видео на канале, в том числе, у меня снижается из-за того, что у меня возникли определенные проблемы с техподдержкой YouTube. В общем-то, ничего страшного, я даже не понимаю, почему проблема возникла, но тем не менее, у техподдержки YouTube почему-то появились ко мне вопросы, которые я пытаюсь в ближайшее время решить. Поэтому, наверное, в том числе с материалами я буду поосторожней. По крайней мере, пока вопросы не решатся. Ну, на этом даже, наверное, все. Новостей как-то особо немного, все они по большей части грустные, но я надеюсь, что в ближайшее время большая часть этих вопросов все-таки решится положительно. Ну, не забывайте посещать канал, все-таки не все так еще плохо. Не забывайте оставлять ваши комментарии, подписываться, конечно. Все-таки материалов у меня хватает, и как показала практика и последние сообщения, которые я получаю, многие задают вопросы по уже вышедшим материалам. То есть не забывайте смотреть плейлисты. Уже очень много тем я поднимал. Не ленитесь. Потому что как-то отвечать постоянно на одни и те же вопросы, как я уже говорил в видео «День гнева», в общем, не особо интересно. Надеюсь, я не слишком вас утомил своим присутствием. На сегодня на этом все. Пока!